Ежегодно в поселке Чукурдах проводится турнир по вольной борьбе на призы главы поселка. Нынешние соревнования стали юбилейными, 10-ми по счету. О том, как прошел турнир, расскажем далее. Сегодня состоялся турнир по борьбе «Хапсагай» и турнир по вольной борьбе среди школьников, а также абсолютное первенство по «Хапсагаю» среди взрослых на призы главы муниципального образования поселка Чукурдах. В нем приняло участие около 70 молодых спортсменов. В этом году проводится юбилейный турнир. Впервые на призы главы поселка Чукурдах он проводился ровно 10 лет назад. Нашему турниру в этом году исполняется 10 лет. Я думаю, что то количество участников, которые есть, вполне соответствует нашему турниру. На этот раз по абсолютному первенству по хапсагаю фортуна улыбнулась учителю по физической культуре Чукурдасской средней школы Казакову Юрию. Соперники все были сильные. 5 моих учеников выступало с средней школы. 5 класса занимаюсь вольной борьбой, занимался греко-римской борьбой в городе Санкт-Петербурге. Ребята показали упорную, хорошую и зрелищную борьбу. Молодых борцов тренирует опытный тренер Брызгалов Василий. С ним ребята принимают активное участие в улусных и республиканских соревнованиях и занимают почетные призовые места. В этом году ребят где-то 70 участников было. Ну, каждый год вот этот турнир идет, и я хотел бы поблагодарить главу моего поселка Чукурда Александра Николаевича, что нас поддерживает, и в будущем он нас, думаю, что он нас поддержит. По итогам традиционного турнира на призы главы поселка были выявлены сильнейшие борцы нашего поселка. Андрей Слепцов, Анна Слепцова, НВК Саха, Аллайховский улус.